Жанна тут, Жанна и ее манеры изображать картины – это лучшее, что вы можете увидеть. Одна, наверное, из самых известных картин материнского цикла «Гори ясно» изображает мать с младенцем, и самое интересное – то, как она передает цветовые сочетания. То есть все вокруг она использует такое коричнево-оранжевенькие тона, а мать и младенца рисуют светлыми. И вот у нее почти все картины, вот именно так, акцент на главной фигуре, он светлый, они такие воздушные все и ясные. И от них идет такое светлое свечение, тепло, что на эту картину приятно смотреть. Она использует вот чистые оттенки, и это позволяет ее работам заметно выделяться на фоне многих других художников.